очень рада, что мы с 0-2 отыгрались. Это играли мы сначала тяжело, на нас лежала какая-то ответственность, я не знаю, что с нами случилось. Потом вышли девчонки, новые эмоции, новый заряд, и мы победили, ура, это очень круто, с 0-2 у «Динамо», ну, я считаю, это вообще супер. Ощущения после такой игры у всей команды, ну, очень схожи, потому что выиграть у Москвы всегда хочется, и ты в любом случае на эту игру настраиваешься как на победу. И первые две партии были уверены, третья была уверена, мы много вели. И вот эта концовка смазанная вызывает бурю негативных эмоций. Ты понимаешь, что вроде, да, есть над чем работать, то есть хороший настрой, у тебя есть какой-то резерв, но все равно хотелось на домашних трибунах сегодня показать более чистую как раз вот эту игру с победой. Проиграли, где-то расслабились, может быть, где-то не перестроились. Москва перестроилась, замены сделала, где-то поменяли рисунок, мы не смогли поменять и остановить. Они где-то добавили, ну, вышла другая связка, чуть поменяла рисунок с диагональю. И мы такое ощущение, что уже выиграли, может, там надо добивать, дожимать до конца, до последнего мяча играть. Первую половину матча, особенно первую партию, шли на равно, вели два очка, но сделали подряд несколько ошибок, практически Казан заработал очки без касания мяча. Но в третьей партии забивали до игровку 47%. Это супер. Так что просто когда потом пришла и уверенность, тогда легче было играть. И еще повторюсь, что тяжело играть на этом уровне, как Казань играла, особенно первую партию.